игра была, ну то есть в первой серии игра была какая-то очень тихая, а я наоборот громкий. Поэтому я сейчас немножко прибавил игру, поэтому она должна быть чуток погромче. Да. Сегодня, скорее всего, вот эта вот голова откроется, смотрите. Cold Cuts. Блин, забыл как называется. Ледяная пещера, что ли? Вот это Big Bang, я знаю. Это большой взрыв. Ой, не большой взрыв, а свинья через взрыв. Так, ну пошли проходить. Все, блин. Вот, смотри, как красиво, короче. Упади, упади туда. Давай, давай, побежай, давай, побежай, давай. Упади ты, давай, чтоб я на 3 звезды прошел. Ух, нифига себе. Прям хорошо начинаем, прям. На 3 звезды, короче, прошел. 3 звезды. Почему 2? Какого фига? Ну ладно, пошел тут. Со своими двумя звездами. Придобой! Круто. А хотя да, не сможет он так сделать. Ну ладно. То есть, ну, мы же просто проходим. Нам не обязательно проходи прям на идеально. Чисто мы смотрим сюжет так. Так что нам пост. Сколько мы очков собрали, в принципе. Ну ты когда 3 звезды, это прям очень хорошо. А тут яйцо какое-нибудь будет или нет? Тут нет никакого яйца нигде. Нет, тут никакого яйца. Никакого яйца тут нет. Так, знаешь, что мы делаем вот так делаем? На, давай. Тварь. Много не очень много. Ну достань, на. Да блин, и один свина съел. Ну, один свина не видел. Может он будет убить прямо птицей. А тут прям нельзя, нет, это не говорит ничего. Потому что и так типа нет. Да, вот сейчас игра получше. О, бомбочка. Я не знаю, как это называется. У них нет имен. Ну как? Ну. Почти. Почти. Почти прям хорошо. Почти. А, ну, короче, так пройдем, какая разница. Вот так все. Фигня, короче. Окей, одна звезда, ну я так и знал. Не помню, на сколько звезд проходить. Где как тут? А, 25. Как бы надо знать, то мало чего. О, знаешь, как мы сделаем? Короче, так. Я ж... А, там еще 3 звезды. Ну тогда ладно. Я думаю, тут только 2 звезды. О, убил. Ну не убил. Ну не, не убьешь. Так, значит, делать его вот так. Попади прям в него, пожалуйста. Ну все. Я думаю, там нет никого. Там есть кое-кто. Дела есть. Так, этот уровень уже посложнее будет. Ну, в принципе, проходим. Вот. Ну. Я чё не там говорю? Давай взорвись. Но. А все, короче. Все. Не все. Там же никаких свиней-то нет. Так, у нас теперь только вот эти. Так, может так? Ну, упадай. Да ну чё ты не падаешь? Ну какой же? Да пошел. Вперед и не падай. А, вон же динамит же есть. Ага, ты его еще достать надо. Ты его еще достать. Это динамит.
Я его не крепляю, тогда я не умру. На, вот надо было сразу так сделать. Ну ладно. Я же говорю, мы просто проходим. Чисто проходим для удовольствия. Вот мне нравится этот Workspace. Как прикольно это сделано. Я даже не знаю, как... Может как-то, я не знаю, на что? Ну ты что делаешь? Ну? Да ну чё вы решите? Да как они не убили его? Ну, всех убили. Вот тут надо было как-то сделать так, чтобы вот это вот первое упало, короче, на них, и все. Поэтому не одна звезда. О! Вот это да. Это левел. Давайте попробуем. А, ну вот, есть такой. Я прям всех свиней убил, ты прикинь. Прям почти всех. Вот один свиней остался. Блин, теперь надо как-то прицелиться, чтобы вот эту железку не попасть. Надеюсь, я не попал. Ну и все. Все, у нас будет... Тут яйца я нигде не заметил. Нет, тут нигде яйца. О, это что за бой? Вот. Музыка класс. Это сам... Ой, нифига. Это сам королевский свин? Ну, короче, король свин. Так. Да не так хотел. Давай. А с этого сломай, чтобы не было. Во, видишь? Так, бомба. Угу. Так, погоди. Стой! Да как он взрывается? И ржу. Я отлично босса прошел. Ну давай посмотрим. Какое измерение? Это уехало. Так, ну теперь... О, у нас прям все открыто, прикинь. Но будем мы с вами все по порядку проходить. Эй, чё? Гоу, а нет. Ну, мы все получится будем проходить. Скорее всего, серия слишком короткая вышла. Скорее всего. Скорее всего, да. Запись идет всего 9 минут. Прикиньте, всего 9. И то даже еще меньше. Поэтому давайте, если вы знаете, будем, короче, проходить по... Тут по 10 уровней сначала, а потом по 20. Да. Ну, пошли. Так, ну первый он смелёденький. Не, короче. Так, короче, сначала, короче, 20 проходим, короче. Короче, смотри. Сначала, короче, ничего, сейчас мы проходим вот эти вот 10. Потом, значит, в следующий раз 20. Да, и потом, и так далее. А тут что? А тут, а что ты здесь? Не знаю,
Значит, тут и тут будем проходить. Короче, просто не хочу слишком короткий. И наоборот, слишком длинную серию тоже не хочу делать. Вот как надо было делать. Вот и все. В общем, пока не знаю, как будем проходить. Смотри. Птичка. 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 Это ж та птичка из ролика вот этого начального. И в самом трейлере это было показано. Ее надо освободить. Ее надо освободить. Сейчас мы ее освободим. И она улетела куда-то. Ну, мы это уже не пройдем, поэтому думаю, просто перепройти. Да, ну птичку зато мы с вами освободим. Ну, не так надо было. Ну хотя, в принципе, так тоже сойдет. Вот, отлично. Чё, бьёте? Или нет? Блин, ну как мне до него достать? Ну как мне это сделать? Ну в принципе можно просто сдвинуть и все. Вот и все. А если меня сам потом что-то нужно? О, кто это? А, и потом нужно, посмотри. Надо сначала так сделать. И все. Да, так что. Да, так же. Вроде же так же задумано. Это я так понял, что замороженное измерение. Поехали. Тем он будет гораздо легче. Все, все. Теперь вот как нам сделать, чтобы не попасть туда? Боюсь опять туда попасть. Вот. Все. Теперь сам будем туда попасть. Все, наконец. Убили, да. Убили. Этот уровень прям очень сложный. Интересно, а какой тут будет зомби? Босс. Просто я ж повыбивал, записал там зомби. Поэтому так и зацикал. На, нифига, нифига. Прям почти дым. Прям ну почти дым. Прям ну почти дым. А, ну вот, все, мы все убили. Это тоже мой легенький оказывается. Шестой раз, да? Так, я что-то уже посложнее чувствую. Ну, я, в принципе, сложно ничего. Смотри, это походу как в Angry Birds Star Wars, да? Да! Да! Прям точно так. Все и ржал. Тетер будет же ржать. Ага.
Да, сильно ладно. Теперь войсим, да? Так, это... А это что? Не знаю. О, нифига, 3000 теперь. Ну, тут повыше. А, не так. И так. Вот, короче, я тут яйца нигде пока не заметил. Но если вы заметили, то пишите в комментариях. Где и когда, и на каком уровне. Это самое. Хотя вы, в принципе, просто время напишите и все. Ну, время. Так, знаешь, куда лучше прицелиться, короче? Если я вообще до тут достал. Ну как, ну почти достал. Тут же проходить нечего. Все. Вот если бы вот это вот упал бы, там был бы круто. Это какой лава? Где? Я думаю, это как бы будет. Скажем. Все, с первого раза, короче, покажу. И на что это похоже? На что это похоже? Не знаю. Пишите в комментариях, что это такое. 3 звезды! Ну как раз, последний уровень, 3 звезды, почему бы нет? Смотрите, ну это, короче, в следующей серии вот эти 20 левелов с вами пройдем. Нет. Ну и да. А тут почему 10 левелов? Почему? Ну, его надо пройти. Да, смотрите, утопия, значит, как и переводит. Красная планета. Пик-типер, не помню, как переводится, по-моему. Под водой, по-моему. Экстероиды, яйца, стероиды, короче. Ну, Денджер Зон, это опасная зона, все. То есть, экстероидс. То есть, не эстероидс, а экстероидс. То есть, яйца стероиды. Да. Смотри, как они круто рекламятся. Да, на нём. Глюстерды. Да, прикольно, да? Ну, дорогие друзья, на этом все. Всем пока, дорогие друзья. Всем пока. Всем пока.